Здравствуйте. Новосибирские новости в эфире. В студии Лидия Захарова. Я и мои коллеги подводим информационные итоги дня. Смотрите сегодня в выпуске. Дефектов на теплосетях обнаружили больше, чем в прошлом году. Гидравлические испытания закончены, на ремонт остался месяц. Мусорные контейнеры вместо стихийной свалки. Дачники теперь сортируют отходы. Мини-футбол и баскетбол на одной площадке. Новое место для занятия спортом построили в микрорайоне «Шлюз». Больше 1100 дефектов обнаружили энергетики во время испытаний теплосетей. Специалисты отмечают, что находят больше неполадок на магистральных сетях. Это грозит новыми отключениями горячей воды. Идет рост дефектов как в целом по магистральным сетям. В прошлом году 438, в этом году 464. Так и такой показатель тревожный, который мы отслеживаем, средний диаметр. То есть в магистральных сетях у нас в прошлом году был средний диаметр ДУ-500, ну, диаметр трубы. В этом году уже мы на 100 миллиметров выросли, ДУ-600. 900 дефектов уже устранили, а около 200 еще только предстоит исправить. Продолжают капитальный ремонт на 10 участках теплосетей. Эти работы сделаны только на треть. Сейчас есть небольшое отставание от графика, однако энергетики обещают закончить к началу отопительного сезона. А на муниципальных сетях на 150 объектах подключили или заменили циркуляционные линии. Их общая длина около 13 километров. Это дает хорошего качества горячего водоснабжения. То есть, если есть циркуляционная линия, не приходится населению, учитывая, что большинство МКД даже в квартирах существуют водосчетчики, сливать, чтобы существовали параметры 60 градусов воды. То есть, большая проблема. Новосибирские предприятия постепенно восстанавливают обороты после простоя из-за пандемии коронавируса. Некоторые смогли даже увеличить объемы производства. Вернуться в привычное русло помогла финансовая поддержка региональных властей. С подробностями Анна Буянова. Швейных машин в цехе торгового дома «Басон» не затихает даже на минуту. Заказов у новосибирской компании много. Одни сотрудники шьют занавес для Красноярского театра, другие делают костюмы для Дворца культуры в Кемерово. Рассказывают, пережить трудные времена в разгар пандемии им помогла региональная поддержка. У нас сократилось количество заказов и, соответственно, денежный поток стал значительно меньше. И мы не могли заплатить вовремя заработную плату людям, оплатить налоги. Значит, не могли купить своевременно материалы, по которым у нас были подписаны контракты. И поэтому, значит, если бы не помощь фонда микрофинансирования вот, Новосибирской области, то мы бы на сегодняшний день неизвестно вообще, были в рабочем состоянии или нет. Для того, чтобы оставаться на плаву, компания попросила у фонда микрофинансирования почти 3 миллиона рублей. Кредит со ставкой 4,5% им без проблем одобрили. Максимальный срок такого займа – 3 года. С марта в регионе их выдано около 70. Кроме того, новосибирские предприниматели воспользовались услугами регионального гарантийного фонда. Под поручительство они получили около 360 миллионов рублей. Кого-то мы поддержали с точки зрения реструктуризации выплат, кого-то мы поддержали с точки зрения кредитных каникул. Кого-то мы просто поддержали именно прямой выдачей. Я вот могу сказать, что для нас важно, что мы отслеживаем каждую неделю, сколько предприниматели получают такую поддержку. Но вот хочу отметить по фонду микрофинансирования, напомню, что за последнюю неделю у нас 13 предприятий и компаний получили поддержку, порядка на 17 миллионов рублей. Восстанавливают свои обороты и точки общественного питания. Они тоже воспользовались государственной и региональной поддержкой. Первые два месяца было падение беспрецедентное. Первый месяц 70% по предыдущему году, второй месяц 40%, третий месяц минус 10%. Только сейчас летом мы выходим на показатели прошлого года и даже иногда чуть обережаем из-за того, что погода хорошая, люди на улице гуляют. Выравнивать свои финансовые показатели общепиту сейчас помогают летние веранды. В этом году их открыли даже те заведения, в которых их раньше не было. В городе сейчас работает около 700 веранд. Когда разрешат принимать посетителей в основных залах ресторанов и кафе, пока неизвестно. Анна Буянова и Дмитрий Кан. Новосибирские новости.
Дачники теперь могут сортировать мусор. Контейнеры для раздельного сбора отходов установили на выезде садоводческого товарищества «Космос». Пластик, металл и стекло увозят на переработку. Такой подход позволил ликвидировать свалку, которая много лет была неподалеку. Подробнее Татьяна Кияева. Лежит тетрапак, который у нас пока в Новосибирске не перерабатывается, и упаковка от чипсов, которая является комбинированным отходом и тоже не перерабатывается. Методом проб и ошибок дачники привыкают к раздельному сбору отходов. Контейнеры здесь поставили недавно. Желтые под пластик и алюминий, зеленые под стекло. В них лежит довольно-таки чистые отходы по сравнению даже с городскими. То есть все-таки люди, которые готовы сортировать отходы, они довозят их уже в разобранном состоянии и выкидывают в эти контейнеры лучше, чем это делается в городе. То есть здесь и пользуются только осознанные люди, которые знают, что и для чего они делают. Контейнерная площадка в этом месте была необходима. Рядом 16 садоводческих сообществ. Раньше дачники сбрасывали отходы на обочину. В результате выросла незаконная комаровская свалка. Ежегодно с нее вывозили 300 кубометров мусора. Свалку не могли ликвидировать несколько лет. Новая контейнерная площадка решила эту проблему. Баки заполняют за несколько дней, мусор регулярно вывозят. Большой мусоровоз по дачным дорогам не проедет. Отходы вывозят на более мобильной машине с манипулятором. Тяжелая машина, допустим, вот, какие ходят уже чисто по мусору, на них по этой дороге тяжело ездить. И ломается все. На этот пуще. Дачники довольны. Общую сумму расходов за вывоз мусора делят между всеми садоводческими обществами. Это больше 2000 участков. Тут горы мусора были, а сейчас... В принципе, приезжаешь, нормально. Отходы увозят в сортировочные центры. Стеклянные бутылки разобьют. Пластик разберут по цветам и спрессуют в большие кубы. После этого вторсырье отправят на переработку. Контейнеры для раздельного сбора мусора планируют поставить и у других дачных сообществ. Татьяна Кияева, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. В сквере на улице Крылова разместили иллюстрации с героями басен знаменитого автора. Это место отдыха расположено во дворе пятиэтажки. В этом году здесь возвели пилон к юбилею Победы и благоустроили территорию. Причем сделали все сами жители. Александр Потенихин подробнее. Вот, смотри, на хвост надела, да? Он нюхает их мартышек. Дети рассматривают на заборе иллюстрации к произведениям Крылова. Сквер имени знаменитого баснописца, можно сказать, задний двор многоквартирного дома. Это место притягивает детей и взрослых со всей округи. Здесь не только из нашего дома детки, из соседних домов все приходят. Несмотря на то, что в каждом дворе есть площадки, но выбирают наш сквер. Здесь действительно нет машин, чистые ровные дорожки, дети на самокатах катаются, родители не переживают, и у них тут такая уже сообщество детское, они все друг друга знают, дружат. Сквер поэтапно вводят с 2015 года. Это удалось благодаря жителям и активистам ТОС. Они выиграли 2 муниципальных гранта на строительство детской площадки и пилона к 75-летию Победы. Когда мы пришли в 40-й дом, здесь двора не было. Здесь, понимаете, вот простая обычная пятиэтажка. Подъезды выходят лицом на улицу, на дорогу. Здесь у нас были такие кривые деревья, здесь погреба, гаражи. Ну, они вообще сюда не ходили. Сквер поддерживают в чистоте жители соседней пятиэтажки. Они выходят на субботники, садят цветы и пропалывают клумбы. Как рассказывают в совете дома, многие жильцы – мастера на все руки. Среди них и сварщики, и сантехники, и механики, и так далее. И самое главное, значит, все, вот большую часть всех работ мы делаем вручную сами. Активные жители планируют и в будущем улучшать и украшать свой двор и дом. Так, к 115-й годовщине улицы Крылова на фасаде многоэтажки сделают панно. Александр Потенихин и Сергей Хлопов, Новосибирские новости. Новую спортплощадку открыли в микрорайоне Шлюз. На ней можно играть в мини-футбол и баскетбол. Это первый спортивный объект, который появился в округе за много лет. В этом году в разных районах Новосибирска построили 6 таких многофункциональных площадок. Михаил Якимов продолжит. Никита занимается баскетболом. Тренироваться начал недавно, но сразу влюбился в эту игру. Раньше приходилось бегать по пыли и отсеву. Теперь во дворе замечательная спортплощадка.
Вместе с друзьями не могли дождаться, когда ее откроют, и опробовали раньше, чем строители полностью выполнили работу. Мы ждали, мы перелезали через заборы и играли в футбол. Мы играли в баскетбол и в разные вещи. Есть, конечно, 119-я школа, но там поле нехорошее. А на этом покрытии можно играть даже босиком. Местные мальчишки уже в этом убедились. Предпочтение плотной резиновой плитки строители отдали не случайно. Мы делали и покрытие и с искусственной травой, и с стоплавляемой резиной. Все они требуют дополнительных затрат в виде там основания. То есть оно и дороже, и в процессе эксплуатации, когда она изнашивается, она очень тяжело ремонтопригодна. Размер площадки 24 метра на 12. В этом году построят 6 таких в разных районах города. Обслуживать их будет муниципальное учреждение «Стадион». Площадка, с одной стороны, небольшая, но наши дворы как раз не позволяют большие стадионы, к сожалению, размещать. Но и финансовых ресурсов тогда требуется больше. Мы все-таки стараемся, пусть лучше больше дворов будет охвачено. Но площадка позволяет и баскетболом, и футболом заниматься. Спортивная инфраструктура в микрорайоне давно устарела. Жители и сами добивались, чтобы на месте старой площадки появилось современное поле с ограждением, где дети смогут безопасно играть в футбол и баскетбол. Это, конечно, работа с жителями. То есть мы определяем район и потребности района. И, конечно, мы понимаем, что такая площадка нужна там, где активные жители, где хотят, чтобы дети занимались спортом. Если местные жители захотят, здесь на площадке будут проводить тренировки профессиональные инструкторы. Такие занятия по гимнастике и другим видам спорта регулярно проходят на многих спортплощадках Новосибирска. Михаил Якимов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Исторический район Новосибирска постепенно сносят. На улицу Инская пришел застройщик. Сейчас здесь возводят многоэтажки, частный сектор ликвидируют. Впрочем, памятники архитектуры и истории останутся. Александр Сульдин узнал, какой была Инская более века назад и что там происходит сейчас. Первая улица Новониколаевска, почерневшая от времени бревна срубов и шалевка. Внешняя отделка стен – замысловатые наличники. Дом действительно был богатый, о чем нам и говорит всевозможные украшения. Ну вот, в том числе, например, из сохранившегося можно увидеть здесь тоже рушничок, шишечки хмеля. И вот в этом треугольнике, во фронтоне должно было быть и немного сохранилось украшение в виде солнца. Солнце еще из языческой традиции защищало дом от всякой нечисти. Дом мещанки Пелагеи Бессоновой. Она владела предприятием по перевозке грузов. Напротив жила другая обеспеченная сибирячка Елена Морозова. Возле ее дома был свой сад. Вообще Инская была длиннее от самой реки Каменки до деревни Устиня и свой исторический облик сохраняла довольно долго. Количество памятников, историческая насыщенность этого места связаны с тем, что сюда не ступала нога застройщиков. Только в середине 30-х годов прошлого века сюда пришли строители, чтобы возвести вот эту школу. Потом здесь не ставили ни хрущевки, ни сталинки, ни ленинградки, потому что это место отсекается от города железной дорогой и автомобильной дорогой. Но, тем не менее, застройщик нашелся. В ближайшем будущем дома, которые не получили статус памятников, пойдут под снос. Часть старой Инской, она в любом случае сохранится, потому что 5 объектов, которые никогда не будут снесены, которые вот так или иначе будут отражать историю не только Инской, но и непосредственно истории города. Среди этих памятников дом Будагова, усадьба Терентьевых, подстанция трамвая. Почувствовать атмосферу старого Новониколаевска пока можно. Музей Новосибирска регулярно проводит экскурсии по Инской. К тому же в доме Будагова открылась новая экспозиция. Здесь можно узнать, как в старину делали красивые окна. Мы зафиксировали на краю детали шпунтубе и производим вот такие вот движения. Соответственно, вот этим вот маленьким ножиком, где-то миллиметра три он, делаем выемку. В выемку потом вставляют оконное стекло. Инструменты, верстак подлинные. Из металлических деталей в них только нож, рубанка. Все это можно увидеть в доме Будагова каждый день. Александр Сульдин, Сергей Хлопов, Новосибирские новости. День рождения почтового ящика отмечают во всем мире. 2 августа 1858 года приспособление для писем установили в Лондоне. Когда почтовый ящик появился в Новониколаевске, об этом Анна Братушкина.
Ксения – посткроссер, обменивается почтовыми открытками с людьми из разных стран. Самая любимая часть коллекции – карточки с фантазийными почтовыми ящиками. Такие открытки – редкость, их выпускают по особым случаям и небольшим тиражом. Коллекционеры буквально охотятся, чтобы заполучить экземпляр. Во-первых, это редкая коллекция. Во-вторых, я уже как бы посткроссер со стажем, скажем так. И в-третьих, это дает такую возможность, во-первых, общаться с коллегами из других регионов, потому что мы делимся между собой этими открытками, заводить друзей по всей стране. Вот такие теплые воспоминания. И, ну, скажем, знаете, каждая открытка – это определенный путь и определенная история. Главный герой открыток Ксении – почтовый ящик. В воскресенье отмечает день рождения. В 1858 году в Лондоне в этот день установили такой короб для писем. Но этот почтовый ящик не первый в мире. Еще в 16 веке моряки обменивались сообщениями благодаря таким приспособлениям. В России почтовые ящики появились раньше, чем в Лондоне. В Москве и в Петербурге их установили в 1848 году. Их делали из досок, оббивали железом, они были защищены козырьком и на ящиках изображали конверт с красной сургучной печатью. Ящики эти были весьма своеобразной формы. Там было два отделения. Одно отделение запиралось на замок, оно предназначалось для исходящей корреспонденции, а второе отделение на замок не запиралось и предназначалось для писем, подлежащих возврату, так как их адресатов невозможно было найти. Конструкции не гарантировали безопасность писем, поэтому чуть позже ящики стали отливать из чугуна. Они весили почти 50 килограммов. И только в начале 20 века сделали железный почтовый ящик с механической донной дверцей. Подобное используют и в наши дни. Первый почтовый ящик в Новониколаевске появился в 1896 году. Его установили где-то здесь, на улице Мостовой. Здесь было Кривощоковское почтовое отделение. Через 24 года ящиков было уже 28. Сегодня в Новосибирске их 340. Анна Братушкина и Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий вам поможет радио «Городская волна», частота 101 и 4 FM. А на сайте nsknews.info читайте о полумарафоне «Забег». Он пройдет в онлайн-формате. До свидания.